Утром вторника на улице Трехгорная около остановки «Рассвет» под колеса иномарки попал пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте. 46-летний водитель Kia Rio ехал вместе с пассажиркой со стороны аэропорта. Как говорил, со средней скоростью потока. Пешехода он заметил издалека. 80-летний горожанин вышел по тропинке из частного сектора и собирался перейти дорогу справа налево по ходу движения машины. Ему нужно было попасть на автобусную остановку. Пенсионер постоял некоторое время у забора, а потом, по словам водителя, вышел на проезжую часть прямо перед его машиной. Полностью увернуться от удара автомобилист не смог. Пожилого мужчину он сбил с ног боковым зеркалом заднего вида. Жители района говорят, что часто сокращают путь к автобусной остановке в этом месте. Через ближайший пешеходный переход получается крюк в 200 метров. И водителям все равно здесь надо быть внимательным и немножко приостанавливать, если когда человек это, ну, идет не по этой маршрутке, а здесь. Ну, могли бы немножко притормозить. А там много ходит, да, людей так? Ну, так ходят, ага. Пенсионера увезли во вторую краевую больницу. При падении он чувствительно ударился рукой. Обследование выявило перелом правого предплечья. Пожилому горожанину теперь придется посетить медучреждение еще не раз. Автомобилист оформил происшествие с инспекторами ГИБДД. Мужчина был трезв. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.